купили мы аж 4 штуки таких гигантских селедки. Каждая по полкилограмма. Вот. Сейчас мы хотим их приготовить на пару. Свежемороженая селедка. Ну, она была, да, свежемороженая. На пару. Для этого что? Мы сейчас ее посолим. Сванской соли немножко совсем. Обязательно сюда же добавим чесночка сухого. Чуть-чуть. Для цвета и для пользы добавим, ой, хорошая куркума. Вот в этой банке вообще чудесная куркума. Вот это Лондрис, правда? Так. И вместо лимона, ну, с лимоном нам не нравится, добавим вот такой сумах. Он даст кислинку и еще и вкус, и цвет. Ну, это кто-то добавит лимон или апельсин, и будет прав. Так, кстати, с сумахом можно перекислить, много не надо. Так, соевый соус, ну, тоже буквально немножко. Можно дать в мисочке, в какой-то в емкости любой постоять. Так, по спине сделаем надрез. Почему так разрезали? Потому что иначе она в форму не войдет. Вот. И здесь сделаем несколько надрезиков, потому что время будет короткое. Я думаю, за 20 минут мы ее на пару приготовим. А сейчас замаринованная, она у нас постоит. Сейчас еще чуть-чуть. Посолим. Это сванская соль. Тут соли на самом деле очень мало. И вот смотрите, размер. То есть нам больше, ну, никак нельзя. Вот смесь укропа и петрушки. Теперь сделаем вот так. Ну и вот икра пойдет сюда же. Тут уже достаточно и специй, и соли, чтобы икра была вкусная. Все, теперь чуть-чуть маслица, капельку. Вдруг она будет сухая. Все может быть. Я думаю, должна она быть у нас нормальная. Уж такая здоровая. Все, теперь мы ее уворачиваем. Так, чтобы из нее сок не проливался в мультиварку. Вот, сейчас еще в один слой. И все. В принципе, и так можно. Сейчас ниточкой стяну. Вот обычной ниточкой закрутили, чтобы сок оставался в ней. Так. И час. Час пускай она у нас маринуется. Через полчаса перевернем. Потом не забыть опять вот этой вверх. Тут донышко,
Здесь сюда сложено, значит, это должно быть вверху, чтобы сок не вытекал. Даже можно вот так сначала сделать, потом перевернуть, чтобы не ошибиться. Мне очень не нравится, что здесь ножки металлические, они царапают чашу. Вот я нашел какую-то трубочку силиконовую. Сейчас попробую из нее нарезать и одеть сюда. Так, вот такие тоненькие. Так, и так, будут держаться, хоть сколько-то будут держаться. Вот так вот. Вот так. Вот так вот. Еще одна. Главное, чтобы это был силикон. Вот. Ну, воды нам много не надо. Вот я налил где-то около литра воды. Около литра. Значит, кверху, запечатанная сторона снизу, чтобы у нас не протекало. Все. Так. Хочется поставить по центру. По центру ставить, чтобы пар поднимался равномерно и здесь, не только через эти дырочки. Отверстия так. Трудно привыкнуть к этой петле. Все, теперь. И ставим на пар. Выбор программы на пару. Вот на пару. Только не 10 минут, а добавляем время. 20 минут ставим. Это 2 минуты, 3, это идет подогрев. Все. Выключаем. Немножко подождем, потом сбросим давление. Ну вот, сейчас мы выловим и откроем ее, посмотрим, что получилось. Так. Ага! Опа, горяченькая. Ну, все равно немножко протекло, значит, придется помыть как следует. Вот она такая красота. Посмотрим, как она прям до конца. Я ее вот так открыла. И никогда не скажешь, что это какая-то селедка, это обалденная рыба. Ну, как многие пишут, лучше красный. Не, нежный. Ну, как? Лучше хреновой горбуши, это уж точно. Очень вкусная нежная рыбка. Ой, я не могу оторваться.